Взаимности не знаю, будем потом судить. Хочу сказать, что по долгу моей службы мне необходимо пользоваться косметикой. Зачастую это косметика не только по уходу за кожей лица, но это декоративная косметика. Поэтому моя любовь сложилась вот конкретно с линией Giordani Gold. Конечно, вы все знаете, что там замечательные средства, и я пользуюсь ими не только в театре, но и для съемок. Я пытаюсь заранее предупредить всех гримеров, что я пользуюсь только своей косметикой, потому что я в ней уверена. Я использую и тональную основу, лак Oriflame, очень хорошо держится и хорошо выглядит в кадре, допустим. Конечно же, пудра, румяна, обязательно красная помада. Такой штрих женский, необходимый, чтобы она была достаточно устойчива, чтобы это не оставалось на партнерском костюме. В этом я уверена, и поэтому могу смело сказать, что я люблю эту линию. Сейчас у меня была счастливая возможность познакомиться с новой, для меня, как бы для меня вновь открытой, интересной странички. Это Nova Rich, это линия по уходу за кожей лица. По необходимости я вынуждена несколько раз в день снимать грим и накладывать его снова. И для того, чтобы моя кожа могла себя чувствовать нормально, мне нужна какая-то линия, которую я ответственна для самой себя и для моей очень чувствительной кожи. И могу вам сказать смело, что действительно у меня не было момента раздражения и какого-то неприятия этого продукта. Я для себя сделала такой вывод, что этой линией можно пользоваться неоднократно в день. Допустим, если это какой-то утренний съемочный процесс, для того, чтобы выглядеть хорошо, я могу использовать и средства, которые наносятся под глаза, для того, чтобы не было видно следов вчерашней вечерней усталости после спектакля, для того, чтобы подготовить кожу к макияжу, я могу использовать и тоник, и молочко. И для того, чтобы не блистала моя кожа в кадре, я могу использовать крем, который хорошо ложится под линию Giordani Gold, опять же. Поэтому я хочу смело порекомендовать. Я, если в рекламе выступать с каким-то продуктом, то я должна быть уверена, что если это, допустим, какая-то вода, то я сама пью эту воду, и я была на заводе и знаю, что это такое. Поэтому если я говорю о линии продукта, значит, я действительно им пользуюсь, мне подходит. Я могу сказать, что люди, которым необходимо пользоваться этим продуктом несколько раз в день, могут смело это делать. Так что большое вам спасибо. Всем рекомендую. Я очень довольна, и я надеюсь, что и впредь смогу пользоваться этой линией. Спасибо вам за то, что вы приняли такой вызов и заранее протестировали. Теперь можете смело об этом рассказать и рекомендовать. И спасибо, наверное, от всего зала за такие маленькие рекомендации. А то, что...